адвокаты. А вы попробуйте оправдывать других. Поступкам их найдите веские причины. А вы попробуйте винить себя самих, а не равнять своим кнутом чужие спины. Откуда знаете, что ваш обидчик враг? Быть может, он для вас наждачная бумага. И все, что кажется, он делает не так, это шлифовка, что идет душе во благо. К чему топтать дворы Господни просто так? Нам эта жизнь дана в Христа преображаться, а мы по шелку, да в грязнущих сапогах, согласны плоти угождать и подчиняться. Вы не судите с колоколен со своих. Пора уже взрослеть и умоляться. Не поддавайтесь игу дьявольских интриг. Примером личным покажите, как смиряться. А вы попробуйте смотреть со стороны. А может, просто гордость ваша виновата? Ведь в Слове Божьем указания даны лично для вас, а не для друга или брата. Ищите в Библии себя, а не других. Вникайте в истину и тут же применяйте. Мечом духовным не машите на своих. Вы тем мечом обиды лучше прогоняйте. Вы перестаньте да придумывать слова и сочинять в своем мышлении укоры и все торчащие из ваших глаз дрова. Скорей пускайте на мосты, не на заборы. Да, мы должны друг друга словом обличать, но прежде ближних возлюбить и помолиться, и чтобы нам кого-то истиной поднять, порою стоит очень низко наклониться. Не надо путать обличение и суд. Пора не списывать, а выполнять уроки. Если друг друга грызть, куда нас приведут все наши недомолвки, слухи, склоки? Уже достаточно кивать и говорить, ну а на деле кто же будет изменяться? Сколько еще в пустыне будем мы ходить? Грехи соседские считать и придираться. А вы попробуйте оправдывать других. Вы посмотрите, мы же хлещем так наотмашь своих детей. Себя поставьте вместо них. Может, тогда прийти захочется на помощь. Проверьте это и поймете, о чем речь. Мы для себя еще какие адвокаты, себя умеем защитить и уберечь, и доказать, что мы почти не виноваты. А вы найдите 100 причин не для себя. Сознайтесь, всем нам приходилось ошибаться, а вы решите стать помощником Христа и с Ним пред Господом за ближних заступиться. Ведь посмотрите, Он ходатай за людей, Он день и ночь поступки наши покрывает. О, сколько нужно нам еще проповедей, если усилия никто не применяет. А вы
вы попробуйте, спасать от наговоров и упреков чьи-то души. Пора, уже характеры менять. Да слышат те, кто от Христа имеет уши. Слава Богу!